Ярмарка вакансий – мероприятие традиционное и очень долгожданное. Его всегда с нетерпением ждут как студенты, так и работодатели, которые заинтересованы в хороших кадрах. Каждый выпускник находится в поиске самых перспективных вариантов трудоустройства. На ярмарке вакансий были представлены 60 предприятий города, среди которых КАМАЗ, ХАЭР, Набережно-Челнинский трубный завод, Банк ВТБ, Народное предприятие Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат имени Титова и другие. Хочу отметить, что мы работаем, как преподаватели, ученые, трудимся и учимся, как студенты, студенты колледжа, студенты института для вас. Потому что считаем, что наш основной вклад в развитие экономики страны связан прежде всего с подготовкой высококвалифицированных кадров. Мы всегда ее проводим весной. Для выпускников нашего института, ну и для студентов, конечно, студентов приглашаем. Каждый год у нас все больше и больше приходят работодателей, то есть это мероприятие, оно интересно. Те, которые уже предприятия здесь побывали, они сохраняются, приходят новые. И вот эта вот закрепляемость, можно сделать вывод о том, что, видимо, она полезная. Также в рамках ярмарки вакансий для гостей прошли мастер-классы по технологии трудоустройства для выпускников от Центра занятости населения города Набережные Челны. Спикеры рассказали посетителям о том, как создать более удачное резюме, правильно выстроить отношения с работодателем и подняться наверх по карьерной лестнице. Сегодня ситуация на рынке труда такова, что спрос на рабочую силу в разы превышает предложение. Обеспечивать занятость населения в нашем городе позволяет создание новых предприятий и расширение действующих, а также развитие предприятий территории опережающего развития, функционирование индустриальных и промышленных парков. Наш город растет, развивается, возводятся новые объекты, создаются условия для активного участия молодежи в жизни города. Студентам Набережно-Челнинского института и Инженерно-экономического колледжа представилась уникальная возможность встретиться и больше узнать о своих будущих работодателях, особенностях предприятий и организаций, которые были представлены на ярмарке. На сегодняшний день в Набережных Челнах расположено более 100 предприятий, которые имеют отношение к машиностроению. И практически на всех этих предприятиях трудятся студенты, проходят производственную практику. Карина Саяхова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универ Новости.